Споры вокруг наследства звезды фильма «Жестокий романс» Алексея Петренко дошли до суда, старшая дочь актера Полина отстаивает свои права на наследство и отказывается его с кем-либо делить. Младшая дочь Петренко Мелания пыталась претендовать на деньги и недвижимость, но Полина обратилась в суд, о чем она сама рассказала в программе «Выход в люди». Больше по теме. Алексей Петренко незадолго до смерти лишил сына наследства. Старшая дочь актера Полина Петренко считает, что с Михаилом Кожуховым поступили несправедливо. В итоге после экспертизы свидетельства о рождении дочери последней жены Петренко Азимы признали недействительным. И в настоящий момент Мелания не может претендовать на собственность, которая осталась после смерти актера, но, возможно, она решится на тест ДНК или подаст апелляцию. Полина рассказала в программе, что она давно называла последнюю супругу своего отца Азиму мошенницей, и она была уверена, что свидетельство о рождении дочери было подделано, а Мелания не ее сестра. Суд после необходимых проверок в этом вопросе встал на сторону старшей дочери. Полина рассказала, что после смерти Петренко осталось 11 миллионов рублей и дом в Тверской области. Если бы родство Мелании было доказано, то Азима могла бы претендовать на половину суммы и недвижимости.